Так, соберись. Мур, привет, друг, это Зверько и обновление 1.4.64. С 1 апреля будет доступен облик звездного участника на Лесли, роковая леди. Изменение героев. И прикрутили анимацию выбора. Пассивка, увеличили длительность меток, теперь они держатся 1.5 секунды. Увеличили урон при схлапывании разных меток. Первый навык. Пассивный аспект навыка, который ускоряет перезарядку других навыков, увеличили. Ранее пассивка росла с 0 до 10%, теперь с 1% до 15%. 15% скорости КД лишь за счет развития навыка, это здорово. Второй навык. Чуть-чуть увеличили скорость перезарядки применения основного спам-навыка с 1.5 до 1.2 секунды. Также увеличили запас снарядов с 3 до 4. Кроме того, изменили скорость перезарядки. Было 5 секунд для всех уровней, теперь она с развитием навыка уменьшается с 6 секунд до 4 секунд. Цели, которые маркируются за спиной, активируют срабатывание метки, то есть сходу могут вызвать горение. Ульту все еще не понерфили. На данном этапе и очень опасный маг. Пополь и Купа. Опять словили уменьшение здоровья на 200 для всех уровней. Прирост скорости автоатаки уменьшили на 2%. Пассивка. Увеличили перезарядку возрождения Купы на 15 секунд. Итого теперь 45 секунд перезарядки. Потому что можно было затравливать врага собакой, сидя в кустах. Уменьшили дополнительный урон от накопленных меток до 50%. Честно говоря, это какой-то ненужный костыль для персонажа, у которого на собаку можно нацепить оружие, грубо говоря. Кроме того, Купа получает лишь 20% от предметов на увеличение здоровья. Взамен ему увеличили базовое значение ХП. Второй навык. Уменьшили щит. Был 300-480, теперь 240-330. Третий навык. Замедлили активацию ловушки после выставления. Было 0,7 секунды, будет ровно 1 секунда. Ранее перезарядка была 18 секунд для всех уровней, теперь уменьшается с 20 до 14 секунд. Фрея. Первый навык. Увеличивает время оглушения после прыжка до 0,4, 0,8, 1,2 секунды. Учти, что это стаки. Ульта. Увеличили щит с 500, 650, 800 до 600, 750, 900. Исправили проблему, когда базовая атака не вызывала вампиризм под ультой. Исправили баг, когда Фрея получала перманентно максимальную скорость атаки. Исправили ошибку, когда Фрея не наносила урон, если она стоит на месте. Я наслышан об этих багах. Если успею, покажу. А гайд на Фрею будет уже после исправлений. Ханза. Первый навык в ульте. Немного увеличили область действия. Второй навык в ульте. Теперь будет корректно начислять активацию первого навыка при попадании по группе противников. Вместо одной печати должно начисляться по одной за каждого противника. На тестовом даже за крипов начисляют, но думаю, это пофиксит. Ульта. Увеличили количество крови, получаемую после активации. Было 20, теперь растет с уровнем 20, 30 и 40. Вырос бонус к скорости бега с 30 до 50%. Видимо, это за то, что теперь кровь расходуется быстрее. Исправили баг, когда возможно было сделать второй навык, будто ты в ульте, но на самом деле ты не демон. Кстати, зря я не посмотрел гайд на Ханза на моем канале, он стал гораздо сильнее. Диги. Первый навык. Базовый урон уменьшен на 50 для всех уровней. Ульта. Прирост щита уменьшили с 350 до 150, а магический бонус наоборот увеличили со 150% до 200%. Ангела. Ульта. Исправили проблему, когда щит не увеличивался от магической силы. Кая. Второй навык. Увеличили магический бонус с 80% до 120%. Ульта. Базовый урон уменьшен с 360 до 300. Прирост урона тоже уменьшили со 180 до 150. Однако задача ульты – это контроль. Так что переживем. Нана. Первый навык. Базовый урон уменьшили с 220 до 200 ровно. Уменьшили прирост от уровня с 40 до 20. Зато увеличили бонус от магии с 80% до 100%. А еще уменьшили время замедления противника с 1.5 секунды до секунды ровно. Остальные изменения. Лорд и миньоны теперь возвращаются на линию, если отойдут от нее слишком далеко. Маски перестали давать по 2 голды и 4 экспы за просто так. Однако бонусы за поддержку в убийстве остались. Исправили проблему, когда не срабатывает антихил, однако я не вижу исправления бага, что красный баф наносит лишь 50 единиц урона. Но об этом давно сообщено, так что скоро должны исправить. Теперь можно увеличивать шрифт описания навыка в настройках. Это будет очень полезно тем, кто играет на маленьких экранах.
Вдобавок, в описании к навыкам добавили заметки, поясняющие аспекты, что поможет понять игру новичкам. А если ты давно меня смотришь, ты и так все уже знаешь. Кстати, тут обнаружили руку, которая сбежала от Алдоса после травмы в лабиринте Миноса. На этом все. Заходи на канал «Голос Зверько». Там не просто переводы, а адаптации для любимого слушателя. Спасибо, что смотрел видео. Удачи, друг. И не забывай смывать с рук коронавирус. Мертвый отряд, а не жив, чтоб победить, что любовь, то уже не уйдет.